Дорогие друзья, всем добрый день. Большинство из вас сейчас находится дома в связи со сложившейся ситуацией в России с коронавирусом. И моя точка зрения, просто сидеть перед телевизором, это, наверное, очень скучно. Поверьте мне, вы, наверное, устанете. Поэтому с сегодняшнего дня я буду выкладывать видеоклипы с различными тренировками. Это в первую очередь касается спортсменов клуба «Ярохом», ну и в принципе для всех там, моих подписчиков. Сегодня я хотел бы вам показать, как выполнять тренировку на бицепс и на трицепс в домашних условиях. Смотрите, не обращайте внимания, это у нас получается обычная банка из-под машинного масла. То есть не у всех дома есть гантели. В реале, если есть гантели, это самое оптимальное. Забегая вперед, этот комплекс я узнал в 2012 году у Дениса Семенихина. Большой ему респект и уважуха, как скажем. И именно этот комплекс я испытал в течение 3 месяцев, когда работал на предыдущей своей работе, точнее служил, давал долг Отечеству. Были моменты, когда действительно ничего не было. Я вот нашел как раз вот такую, несколько лет назад, вот такую банку и ней начал выполнять упражнения. Я наполнил ее водой. Сейчас, в данный момент, вес этой банки 6,5 килограмм. Все зависит, конечно, еще от вашего веса. Вот, поэтому, если хотите увеличить или уменьшить вес, если уменьшить вес, воду отливаете. Если хотите увеличить вес, тут можно что-нибудь другое навесить. Комплекс выполняется следующим образом. Что еще раз нужно? Это гантели или что-то напоминающее гантелю. И самый обыкновенный стул. Берем, сначала работает левая рука, потом правая. На левую руку локоть поджимаем и работаем бицепс. Вес легкий, поэтому быстро работать не стоит. Я сторонник того, ну, наверное, секунд 45. При этом, если 45 секунд эти идут, вы считаете, сколько раз вам вы сделаете, чтобы такое же количество раз сделать на следующую руку. Бицепс, первое упражнение, далее, без остановки, как только вы почувствовали, что начинается жжение. Наклоняетесь, корпус практически параллельно полу, локоть в таком состоянии и работает только предплечье. Сам локтевой сустав и плечо стоит на месте. Самое главное, чтобы рука выпрямлялась. Вот. Также делайте, это секунд 45, там, 50 или минуту, запоминайте количество раз. После этого мы добиваем упражнение трицепс. Руки, обращаем внимание на ширине плеч. Руки находятся перпендикулярно к вашему телу. И локти идут вдоль ребер, практически прижатые. Если вы сделаете руки вместе, это тоже как бы правильно, но в этот момент у вас будет напрягаться внутренние мышцы груди. Поэтому, чтобы работал только трицепс, лучше делать вот таким вот образом. Также запоминаете. Потом берем в руки снаряд. Делаем также правой рукой. Количество раз такое же, как и на левую. Потом, соответственно, трицепс. И еще раз добиваем здесь. Это получается один подход. Один подход мы делаем вот так. И потом я рекомендую сделать 4 подхода сдвоенных. То есть сначала левая рука, правая рука, потом еще раз левая, правая, и только потом вы отдыхаете. То есть получается один подход левая, правая рука и 4 сдвоенных подхода левая, правая в одном. То есть левая, правая, левая, правая. Это получается один подход. И добить можно это следующим упражнением. Когда вы эти все подходы сделали, соответственно, берете в правую руку или в левую руку любую. Чуть-чуть приседаете локоть, вставляем не сверху колено, а наоборот, вот сюда. Для чего? Чтобы в процессе, когда работал бицепс, у вас рука не съезжала. Если она будет сверху, она у вас будет съезжать и будет работать не те крупные мышцы. Сюда встали, здесь работаем правой рукой до жжения, потом левой, потом еще раз правой, также до жжения, потом левой. И добиваем это все трицепсом. Каким образом? В этот раз вы руки ставите, в принципе, на ширине плеч, но угол уже не, точнее, ваше тело, руки будут не перпендикулярно вашему телу, а наоборот, чем дальше, тем лучше. Вот такое.
И самое главное, что здесь локти должны идти не в стороны, а вниз. Вот. Движение. Если кому-то трудно, вставайте на колени. Соответственно, таз вперед. И здесь добиваете. Еще раз показываю правильность. Вот так. То есть вот так, если делать, это уже работают другие группы мышц. А здесь непосредственно работает четко 30. Поэтому здесь правая, левая рука, правая, левая. И один подход. Это получается один подход. И таких вы делаете 3 подхода. Итого, возвращаясь к моей тренировке, еще раз говорю, разминайте сначала правая рука, бицепс, потом трицепс, потом отжимание руки параллельно, перпендикулярно телу, левая рука, бицепс, трицепс, добивает трицепс, это один подход, отдыхайте, и потом делайте 4 подхода сдвоенных, правая рука, правая, левая. Время прошло, отдохнули, и потом берем 3 подхода. Один подход – это правая рука, левая рука, бицепс. И, соответственно, трицепс – упражнение достаточно тяжелое. Это один подход, и делаем таких 3. То есть в реале у вас получается одна разминка и 7 полных подходов. Завтра выложу комплекс, что нужно делать для спортсменов клуба «Ярополк» в домашних условиях, именно касаемо единоборств. Ну, не только, конечно, клуба «Ярополк». Друзья, берегите себя. Не болейте. И все-таки находитесь сейчас дома. Я думаю, так будет намного лучше.